омолаживающий аппарат использует волосы. Энергия уходит, плюс энергия выходит, притягивает минус. А минус притягивает водород. Водород выделяется с помощью трансформатора переменного напряжения 30 вольт. Когда замыкаются древесные угли, кислород воды сгорает, превращает в бикарбонат, а водород освобождается. И водород через ногу проникает в организм, очищает свободные радикалы. Аппарат работает на высоком напряжении, примерно 240 тысяч вольт, использует 7 умножителей от старого телевизора на 27 тысяч вольт. Использует конденсатор, таким образом увеличивая напряжение до 35 тысяч вольт. Использование двух строчников с помощью конденсатора увеличивает длину умножителя. Все детали отечественные, от старого телевизора лампового и от триусеты, провода от компьютера, монтажные провода. В качестве изолятора используются обыкновенные пластики, пластмассы, тазы. Пока пациент или тот, кто омолаживается, смотрит телевизор и ничего не делает. В организме происходят многие химические соединения. Гидроксил соединяется с водородом, превращается в воду.